Отчима, который едва не задушил приемного сына, суд отправил сегодня за решетку. Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело о покушении на убийство в квартире на 2-й Комсомольской улице. Мужчина в неадекватном состоянии провел воспитательную беседу с 11-летним мальчиком, после которой ребенка спасали врачи скорой. Я находился у себя дома в нетрезвом состоянии. У меня произошел конфликт с моим приемным сыном. Я его избил, нанес ему несколько ударов по телу, по голове. При этом угрожал ему расправой, убийство. Мужчина начал душить мальчика. На помощь ребенку бросилась его мать. Сегодня на избрании меры пресечения в Красносельском районном суде Дмитрий Осипов убеждал, что у него хронические заболевания и что он проходит лечение. Но суд решил, что будет надежнее, если Осипов на время следствия будет находиться в камере СИЗО «Кресты». 26 сентября Осипов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи достоверно осведомленным о малолетнем возрасте ребенка, нанес ему множественные удары руками в область головы и тела. Далее с силой схватил последнего рукой за шею, а второй рукой закрыл рот и нос потерпевшего, тем самым лишив мальчика возможности дышать.